Малыши из дальневосточных детских садов компании РЖД теперь играют в высокотехнологичные игры. Дело в том, что здесь начали осваивать здоровье сберегающие программы фирмы Амалтея. Ну, допустим, правильная осанка. Что это такое? Это как мы говорим детям: встань правильно. А правильно это как? И прибор биологической обратной связи позволяет показать нашему клиенту, ребенку, как правильно, как задействованы мышцы, работа мышц, когда осанка у ребенка правильная. То есть, если ты правильно напрягла спинку, ребёнок поймал комарика, понятно? Для детей вот именно работа мышц как бы ни о чем не говорит, да? Ну вот он знает, что надо напрячь, ровно встать. Когда он правильно делает, выполняет задание, то картинка у него, допустим, открывается. Если он что-то делает неправильно, картинка закрывается. Ну так. И просто на этом уровне для ребенка более понятно. Как показывает опыт других регионов, новые программы дают положительные результаты в оздоровлении и очень нравятся самим малышам.